Два года назад молодые семьи были рады возможности построить в дачном массиве индивидуальный жилой дом с правом постоянной регистрации. Семья Мартыненко уже успела возвести свой и переселилась в новое жилище. А вот Столяровы только в этом году начали активное строительство. В начале июля люди вдруг столкнулись с препятствием. Объявился хозяин участка, взятого в аренду, который очень быстро перекрыл забором подъезд к домам. Сейчас отсутствует подъездной путь, что заморозило все строительство. Ни материала, ничего подвести невозможно. Все это стоит уже не первый день. И куда бы мы ни обращались, ни писали заявление, все остается без действий. Индивидуальные застройщики не раз обращались в полицию, а правоохранители лишь разводили руками, мол, у них нет полномочий, и советовали обратиться к председателю садоводческого товарищества «Медик», в чьем видении участки собственников и арендная земля. Правление товарищества построило альтернативный подъездной путь. Какая это дорога? Это не дорога, дорога это не назовешь. Это у соседей. Нам участок вообще не пробили. То есть к нам вообще подъезда нету никакого. Ни отсюда, ни оттуда. Представители «Медика» объяснили, что застройщики не являются членами товарищества. Соответственно, они не вправе претендовать на проезд, которого даже нет в транспортной схеме дачного массива в районе Ласточки. От улицы Памятной до начала первой границы Кучанской – это земли общего пользования СНТ. С той стороны, вот с этой стороны, о чем мы говорим, с дороги, заезды предусмотрены не были. Схема земельных участков топографа геодезической экспедиции делалась с учетом проездов для всех дачников внутриквартальные, ну, если удобнее это так понимать. Поэтому со стороны дороги у собственника данного участка никогда заезда не было. Однако мы выяснили, что застройщики вступили в членство дачного общества в 2014 году. Землю общего пользования правление садоводческого товарищества передало в аренду в 2013. Владелец арендного участка еще не решил, что за объект планирует возвести. Но уже на этом этапе возник конфликт. Арендатор требует вернуть занятый участок его земли, застройщики открыть заезд. А правление «Медика» предлагает людям пользоваться вот этой дорогой.